Доброе утро, друзья. С вами ваш друг и гид Вадим Лозицкий. Еще раз, ребят, доброе утро. Ранее сегодня приехали на легендарный водоем Куриос с напарником. Наша цель сегодня ловить крупного баса и судака. Есть вот Макс будет пробовать ловить судака, баса. Я исключительно баса. Времени у нас мало, приехали на Зорьку. Буквально 2 часика. Есть кое-какие, видите, за моей спиной классные места. Воды очень много, несмотря уже на август. Такое было давно последний раз. Будем пробовать с крупных приманок. Ну, подбирать уже, в принципе, по рельефу. Ну и в процессе вам буду рассказывать уже по рельефу, на что будет ловиться, как будет клевать. Все, времени мало, надо гнать вниз. Что, ребят, вот Макс начал с попера. Видите, я тоже начинаю с попера, потому что здесь мелкий залив, тишина, утро, рыба играет. И как бы прямо руки чешутся. Хотел начать с воблеров, но тут обязательно нужно проверить сначала все на попер, потом уже будем работать на попер. На воблер, точнее. На такой мели долго полоскать на поверхность на приманке не нужно. Пара забросов. Если бас здесь есть, выход будет. Опа! Промазал, блядь. Видел? Блядь! Ох, ребята, вот это кабан, блядь! Это двушка, пацаны, это двушка. Второй заброс на попер. Ребята, это двушечка! Юзури любимый! Вот это класс! О. Причем с третьего раза, эх, сошел! Вот так. Но он крутил головой мощно, конечно. С третьего раза добрал. Первый заброс. Фух. Ладно, ничего, бывает. Бывает, класс, вот это акшен был. Видали? С третьего раза добрал. Раз такого промазал, еще. Вот это здорово было. Видите, правильная проводка, видите, вот эти паузы. И бас очень хорошо реагирует, особенно крупный. Вот они, где кабанчики стоят. Класс. Ну что? Небольшой адреналинчик получил. Продолжать дальше. Паузы, паузы делай. Мах, видишь, как я? Не спеши. Хороший кабанчик ушел. Ну, не один, это однозначно. Так, сейчас мы его будем искать. Вдоль берега, в мою сторону. Сейчас мы его, наоборот, звуками раздразним, и он начнет подплывать. Будьте внимательны, потому что у меня со второго буквально сделал пару забросов. Там сошел, распугал уже. Нужно дальше не бросать. Поменялись сейчас точками. Вот. С напарником. Он пошел туда, на мое место. А я на его. Только бросаю немножко по другим углом. Есть, 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 есть. Смотрите, вот на том, на моей точке. Класс. Вот видите, я только ушел. И сейчас мы быстро, я бегу, бегу. Отлично. Хорошо. Давай, Макс, паркой. Завел? Аккуратно, аккуратно, не спеши, не спеши. Дай ему там это... Отпусти, отпусти, он выйдет. Отпусти, просто отпусти, скобку отпусти. Сейчас он пройдет там пару метров. И потом его прессуй. Давай, давай, пошел. Все. Вышел? Отлично. Хорош. Ну, это, скорее всего, другой. Да, другой.
Это другой поменьше, но эти поппер. Класс, работал. На поппер всегда приятно. Хороший бачок. Вот такой вот. Но он мне без выхода. Босяра. С первого заброса, да? Отлично, супер, все. Так, ребят, что мы его фотосессии и дальше ловим. Долго снимать не будем. Фоткали, как и обещаем. Возвращаем парня к себе домой. Аккуратненько. Только не шуми, здесь шуметь нельзя. Просто положи его в воду, потому что здесь очень важно. Все. 1-0 по реализации пошло. Все, эти по рыбке споймали. Очень важно. По поклевке у меня крупный сошел. Вот. Все, напарник поймал. Одного и нужно срочно перемещаться. Срочно просто бежать. Так. Вот оно солнышко. Прямо нам в лицо. Из-за горы. Ну еще есть окошко. Окошки для поппера. Я имею в виду вот где ветер. До самого берега проводку. Так, быстро перемещаюсь по берегу. Попробую то местечко, где ловил, но только по другим углом. Потому что здесь все сейчас может поменяться. Дальний заброс, конечно, под тот берег мне не докинуть, но... Так, ну что, попробуем на спиннербейт. Что у нас ушло? Все, гладь ушла. Время других приманок. Нербетики. Крупные миножки будем пробовать. Ну, я так. Я имею в виду соотношением там 65 сантиметров. Что обычно можно начинать баса. Так, побросали, вот я побросал сейчас на спиннербейт, пока был ветерок, поклевок не было. Вышло солнце, видите, появилась такая гладь, я переместился в другое место, не залив, а вдоль берега. И пока вот есть вот эта небольшая гладь, она будет минут 20, обязательно опять нужно проверить на поппер. А следующая, уже последняя приманка, завершительный аккорд. Буду пробовать на миножки суспендеры. Сус позволяет как раз то, что нужно. Шесть утра только. Видите, как уже солнце все над нашей головой. Поэтому я говорю, по берегу буквально на соревнованиях приходится бегать. Хочу сразу сказать, ребят, что это серьезно залог успеха. Ни приманки, ничего вам не поможет в летнее время. Просто нужно бегать. То есть за полтора часа, сколько вы успеете точка бежать, столько рыб будет. Вот такой успех. Поэтому видите, каким быстрым шагом иду. Вот оно солнышко. Красота-то какая. Вот нужно ловить эти моменты. Зоречку.
Ну вот, половили быстренько на зорьку в одном месте. У меня сегодня что-то невероятное, конечно. На попер сход сразу крупняка. Потом еще три выхода, из них два схода тащил. Я даже, если честно, вот не ожидал там и камеру не включил, поэтому не заснял. Есть еще немного времени, хотя уже, видите, жарко, вышло солнце. Конечно, уже на самом деле в такое время делать нечего. Можно смело собираться домой. Но есть еще одна точечка возле плотины, где тенек, глубина. И, возможно, там есть еще шанс выманить баса. Попробую там же вдоль берега, опять же, на попер. И еще немножко прошвырну мину последние полчаса. И на этом буду заканчивать. То есть вот такая интересная рыбалка сегодня. Быстрая, точечная. Пришлось и побегать по берегу. И пришлось вот погонять с одной точки в другую на машине. Но это вообще часто бывает. Но особенно летом, когда мало времени, нужно менять точки. Вот приходится передвигаться на машине. Так что вот, посмотрим, что там. И на этом я буду, наверное, завершать свой день. Промазал. Второй раз промазал. Два раза. Видели? Что творится? Что творится? Два раза. Сейчас я кину прямо туда. Фу. Возле берега попробую. Может, догонит. Может быть, догонит. Два раза. Два раза мазал. Два раза удар. Никак взять не может. Что ж такое-то, а? Опять промазал. Господи, да что ж такое-то? Крупный причем какой. Вот все-таки, вот он, ратлин. Все-таки поменял приманку заглублением. И вот на глубине оказывается, да, то, что я говорил, солнце, он ушел ко дну. Давай, давай, давай. Не крупненький, но приятно, с ударчиком. Кстати, уже практически сорвался. Ну вот, наконец-то я сегодня хоть распечатался, потому что они одни сходы, сходы, сходы. И огромный ратлин вот принес результат. Фу, как это ни странно, но можно сказать сегодня, как это непривычно, ушел от нуля сегодня под самый занавес. Вот так вот. Сейчас я сфоткаю и отпускаю. Ушел от нуля сегодня. Вот так, видите, ничего не работает, а глубоководный ратлин именно сработал. Вот красавчик, как я говорил, фотосессию сделали. Так, спинник этого тоже. Ратлин спас сегодня, хотя целый... Утро работал хорошо попер, много сходов, но ратлин помог уйти от нуля. Ну вот и все, как говорится, подошла к концу наша рыбалочка сегодня. Так, пару слов. Но судака вот пробовали, Максим пробовал здесь, возле плотины, но уже слишком поздно, одни обрывы. Ну и что следовало ожидать, так буквально минут 20. Сегодня интересная мне рыбалка получилась тем, что поперная рыбалка наверх. Бас вышел и сошел вот классно, двушник, это был однозначно бонус, сами все видели, попер у меня работал сегодня классно, выходы, атаки,
Но, как ни странно, как это ни странно звучит, и для меня, может, и для кого-то тоже, сегодня на поппер я не поймал ничего. Всего на поппер 5 рыб. 3 стопроцентных схода, а 2 из них включал камеру, пока тащил. Один в куст, один возле берега. Самый классный был, конечно, утром. Потом увидели, как возле плотины доедал еще один. И в итоге все-таки от нуля ушел. Меня спас сегодня ратлин. Но уже солнце было, это логично. Бас ушел на глубину под стеночку. Поэтому его нужно искать такими воблерами более глубокими. И здесь ратлин, конечно, сработал. Вот. Ну, продолжать дальше искать. Ну, это не совсем моя рыбалка, честно, я не люблю сейчас ходить там искать, полоскать, уже жара началась. Все, утро прошло, поэтому пора ехать домой, собираюсь. Надеюсь, вам было интересно. Что-то интересное, полезное, как всегда, нашли для себя. Все, ребят, прощаюсь, берегите себя и до новых встреч. Пока-пока.